Гель-праймер Antioxidant Protection SPF 30. Необычный продукт с солнцезащитным действием и одновременно антиоксидантом, как видно из названия, в линейке Sun Protection. Данное солнцезащитное средство обладает необычной invisible прозрачной текстурой с так называемым soft focus эффектом, не жирнит кожу, хотя не содержит воды. То есть это продукт, который сделан на эмолентной базе с использованием химических фильтров последних поколений, то есть тех фильтров, которые эффективно защищают от UVA и UVB излучения и при этом достаточно фотостабильны. Помимо солнцезащитных ингредиентов, в данном продукте есть антиоксиданты. Это альфа-липоевая кислота и витамин Е. Основу составляет миндальное масло, которое тоже обладает фотопротективным действием. Согласно многим исследованиям, повышает устойчивость кожи к ультрафиолету. Данный праймер и солнцезащитное средство одновременно можно использовать и как базу под макияж, и как самостоятельное солнцезащитное средство. Кроме того, его очень хорошо использовать не только в летний период, но и в зимний, например, когда вы находитесь где-то в горах, где активное солнце, или делали какие-то повреждающие процедуры на коже лица, потому что он одновременно будет являться и защитой от мороза. Данный антиоксидантный праймер, как я уже говорила, имеет прозрачную текстуру. Он подходит для любого оттенка кожи, в том числе и для самого темного. А, как известно, даже темный фототип нуждается в защите от солнца для того, чтобы предотвратить изменение ДНК клеток под воздействием агрессивного влияния ультрафиолета. Наносится он в достаточном для покрытия кожи лица и шеи, например, количестве. Ну, в среднем это величина фаланги пальца. Достаточное количество для среднего размера лица. Дает софт-фокус эффект, не жирнит кожу, даже наоборот ее немножечко матирует. Можно наносить поверх каких-то легких сывороток, увлажняющих, например. И, естественно, под декоративную косметику, под которую он будет выполнять роль полноценного праймера.